Однажды папин брат, дядя Кекс, пригласил котят и папу на киностудию, где он работает. И ваш дядя Кекс снимается в фантастическом фильме про Сиренду. Фантастическом? Значит, там будут разные планеты? И необычные костюмы? Да, и мы увидим, как все это снимается. С вами Кром, и сегодня ролик про трех котов и сиреноголового. Но если ты не хочешь, чтобы этой ночью тебе пришел злой Хаги Ваги, или хочешь, чтобы все твои мечты и желания в будущем сбылись, то успей поставить лайк и подписаться с колокольчиком. Я катаюсь по рыхлому снегу.